один, точнее меньше слоев. Меньше слоев. Ага. Одна. Так ты бы просто оборвала этот кусок. Ага, да. Так, так. Вот. Теперь... Зачем такой большой? Это вообще видно, но я неправильно снимаю. Ну, выглядит кошмарно. Вот так вот видно, да? Вон то яйцо лежит. Так, ну вот. У меня тут кусок яйца торчит, он не должен торчать. У меня тоже. Торчит. Потому что он не подходящий. Потому что это туалетная бумага. Ну да. Ну ладно, получится. Чистота эксперимента наружу. Вот у нас тут художественные яйца. Ну. По-моему, это идеально сработало бы с пипеткой, а не с чем-то подобным. Оно еще не сильно, кстати, растворилось почему-то. То есть, а у него таблетки растворились? Откуда знаю? С пипеткой, а просто лить, да? Мне кажется, да, бы перемешалось. Каким разом? На туалетную бумагу? Это было бы то же самое, так удобнее. Интересно. Да, для любителей порисовать, которые уже не ходят. Мне кажется, это должны делать несколько человек. Много. Ой, у меня яйцо вот одного промылось. Ну ладно, оно будет просто такое пятнистое. У них же тоже кусочки белые просвечивают. Странно, так что яйцо хочу. У тебя какое-то, почему-то оно не разваливалось, у меня разваливалось. Потому что пытался делать это аккуратно. Тут вот таблетка у меня не сильно растворилась. То есть надо ее вот так вот... Ну, не знаю. Ну, прижать. Ладно. Ты уже все покрасил, кстати. Видишь, у меня кусок яйца. Ну, ладно. Почти. Там слишком толстый слой, но все равно не пройдет. У тебя просто будет покрашена туалетная бумага. Ну, в общем, ладно, пока выходим.